Второй день карантина, мы стоим в Насау, это Багамы, на улице жара, январь месяц, погода просто кайф. Друзья, сегодня четвертый день моего карантина на борту MSC Miravilia. И только что мне позвонили и сообщили о том, что мой багаж был доставлен на борт. И сейчас мне принесут его в каюту. Есть, я получил свой багаж. Все самое важное, хорошо, документы у меня были на руках, в ручной кладе. Это самое главное, документы. Но здесь все банные принадлежности, трусы, носки и так далее, не менее важны. Атрибут, поэтому я очень рад. Вау, друзья, перерыли мне все здесь. Все вещи лежали иначе, все было свернуто компактно, красиво. Это мои снеки. Видимо, проверяли, я знаю, что в Штатах проверяют все чемоданы. Почти, ну, 90% чемоданов проверяют. И особенно, если есть какие-то продукты, снеки и так далее, они вскрывают чемоданы. Мне понравилось то, что вот эта вот банка с шампунью у меня раздавилась. Видите, горлышко у нее выдавлено. И из нее вытекло полбанки шампуни. Но все вещи сухие. Это потому что я положил эту бутылку в пакет. Те, кто вскрывал мои чемоданы, они подложили здесь полотенце. Вот это полотенце лежало вот так вот аккуратно, и оно немножко мокрое, от шампуни тоже. И они даже побеспокоились об этом. Вот это, конечно, мне понравилось. Я вижу, что все на месте, это самое главное. И знаете, что самое интересное? Вот этот вот чайничек я купил в Торре дель Греко. Он раскладной, верхняя часть стенок у него силиконовая. И у меня его не достали. Это самое главное. Чаек, кофеек можно заваривать прямо в каюте. Sorry for the delay. Простите за задержку. Самое главное, это то, что багаж вернули. Я рад этому. Опа. Очень нужная вещь. Шикарная вещь на борту. Сегодня мы стоим на острове Ocean Cay. Это личный остров MSC. Говорят, здесь можно поплавать с акулами даже. Конечно, на свой страх и риск. Такие пейзажи всегда завораживают. Каждый раз, когда я смотрю в небо, я говорю со Вселенной. Я люблю тебя, жизнь. И я обожаю этот мир.